Алексиус! Я так и знал, что ты передумаешь. Но, увы, сейчас не время для любви. Как скажешь. Мне жаль прерывать наш разговор, Сократ. Но, думаю, ты наговорился за нас обоих. Я верю, твой род может не только болтать. Поговори с ним чуть дольше, и, возможно, обнаружишь искру знаний, что прячется за его утомительными ухаживаниями. Комплимент и укор в одном предложении. И вправду талант. Ты появился как раз вовремя. Мой друг по имени Сафан хочет стать гражданином Афин, и ему не помешает помощь. Твоя. И почему же именно моя? Подойдет любой мистий, но ты любимый. Нужно добавить его имя в один список. Расскажи, почему Сафан не может сделать все сам? Он бы мог, если бы умел тоже, что и ты. В смысле? У него нет твоих навыков. Сам он не справился бы. Почему Афины? Наверняка он гражданин другого города. Все хотят быть гражданами Афин. Пусть даже не говорят об этом вслух. Сафан искусный политик, но без гражданства ничего не может сделать. Не думал, что ты ведешь список любимых наемников. И где же в нем я? На самом верху. Хотя, если хочется, ты всегда можешь опуститься пониже. Слишком просто. Скажи, в чем подвох? Тебе придется проникнуть в Метраон, а вход туда запрещен, и вписать имя Сафана незаметно. Он хочет получить гражданство незаконно. Сказал бы сразу. В следующий раз так и сделаю. Здание, что ты ищешь, рядом с Агорой. Удачи! Заговаривай зубы кому хочешь, Сократ, но только не мне. Какие еще зубы? Я не лекарь. Ты ответил на мой вопрос, и у меня возник еще один. Все, его имя в списке. Пора вернуться к Алкивиаду. Мой любимый мистий. Добрые вести. Мои любимые. Удалось? Разумеется. Имя Сафана теперь в списке граждан. Прекрасно! Я знал, ты тот мистий, что мне нужен.
моего друга в списке. Теперь я хочу попросить еще кое о чем. В следующий раз рассказывай мне обо всем сразу. Но я не знал, справишься ли ты. Хотел убедиться в твоем успехе. Не думал, что тебя это так расстроит. Скажи, что нужно делать. К сожалению, имя Сафана в списке не обеспечит ему гражданство. Нужен свидетель, который подтвердит его право. Хочешь, чтобы им был я? Будь все так просто. Есть у меня кое-кто на примете. Великолепный мужчина по имени Перой. Я найду этого красавца. Отлично! Я знал, что ты поможешь. Почему мы не можем быть свидетелями? Все просто. Свидетель должен быть гражданином Афин, но не другом Сафана. Осторожней с Пероем. В его взгляде легко потеряться. Если и это не все, говори сразу. Да-да, но на этом все. Точно? Точно. Пора найти Пероя. Обычно он где-то рядом с судом, к востоку от Агоры. И мне просто попросить? Перой должен сказать, что родители Сафана были из Афин. Тебе решать, как убедить его помочь. Свидетель, вот и ты. Передай Диону. Больше ничего не дам. Хочет говорить, пускай приходит сам. Я не по поводу долга. Так что тебе надо? Мне нужна твоя помощь. Точнее, не мне, одному человеку. То, что он не пришел сам, уже заставляет насторожиться. Тебе нужно подтвердить гражданство человека. Алкивиад сказал, что ты легко справишься. А, Алкивиад. Он настойчивый. И кому же я должен помочь? Его зовут Сафан. Сафан? Я его знаю. И не стану помогать. А я не знаю. Расскажи, в чем дело. А, наемники. Всегда остаются в неведении. Он предал своих людей ради денег. Удел Сафана смерть, а не гражданство. А, не кори себя. Ты не знал, но теперь знаешь. Похоже, люди Диона придут к тебе забрать долг. Полагаю, деньги не помешают. Я... Ладно, я все сделаю.
Уходи! Попробую найти укрытие. Ты вернулся! Смотрю, Сократ тоже. Как и ты, он не может без меня. Трудностей не было? Нет, но его пришлось подтолкнуть. Я опасался этого. Ты поступил верно. Ты опять не все мне рассказал. Мое терпение на исходе. Такие, как Сафан, заслуживают второй шанс. Не думал, что для тебя это так важно? В следующий раз позволь мне самому решать. Понимаю. Передам Сафану новости. Плохие граждане вредят соседям, хорошие помогают, так? Но как понять, хороший это гражданин или нет, если мы не даем ему шанс? Люди могут измениться. Плохие стать хорошими. Но ведь верные и обратные. Хороший человек тоже может стать плохим. Нам не угадать, что у человека на уме и как он поступит. Никак. Люди непредсказуемы, это я знаю. И это порой осложняет жизнь. Если ты прав, то остается либо верить, что люди склонны к добру, либо не давать таким, как Сафан, второй шанс. Отменяют ли хорошие поступки плохие, а плохие – хорошие? Поговорим об этом в другой раз. Хвала богам! Μόλις.